Поэтому вы должны нацелиться на что? Вся ваша работа, каждый ваш день, он должен быть настроен на то, чтобы наша страна стала еще сильнее. Каждый наш шаг. В этом случае, я опять говорю, это не война, это ерунда. Тут мы можем разобраться с врагом, вытащив автомат и выстрелив ему между глаз. Это нормальная тема. Война самая страшная, это та, которую нам с вами придется потом вести. Для того, чтобы нас все равно не добили, не разложили, чтобы мы стали сильнее. Поэтому мы должны об этом думать. Это должно быть у нас в голове у каждого. Лучше всего об этом думается, когда вы истинно верите в Бога. Это самое важное. Верьте в Бога. Как умеете, так и молитесь. Но молитесь. Знаете, что Бог есть. Знаете, что Россия с Богом. Знаете, что Бог любит Россию. Тогда у вас будет все хорошо. А когда Бог любит Россию, Бог хочет, чтобы мы с вами разрослись. Чтобы у нас было побольше детей. Чтобы у нас были большие семьи, как у ваших предков. Вот это важно.